Какое у меня это глупое лицо, да? С бородой этой. Непропорционально. Обычно у высших у них такое треугольное лицо, а у меня как у холопа, знаешь, из Warcraft. Work complete. Опять работать. Work is complete. Да-да, слушаюсь. Еще глаза такие грустные. Еще немножко поиграть. Может, нет, но не хочу. А может, не будешь? А, жаль. Смотри, какие у меня шортики. Смотри, какие у меня коленки. Смотри, как выбирают коленки. Вот. Коленки выбирают. Моя девушка мне постоянно говорила: офигеть, как у тебя выбирают коленки. Что она хотела так же, чтобы мне выбирали. Я даже не понимал. Это вот никуда поставил. Let me see you. Так, кстати, телевизор я больше не смотрю. Все равно не видно. Но пониже. Я, блин, не хочу захвалиться. Let me see you. Теперь что у нас пальцем? Видишь, что это все? Let me see you straight. Засеку. Засеку здесь. Ну, допустим, вот с 2 минут буду 2 часа вот так вот пытаться. Наверное, офигею. Эти 2 аккорда я уже сойду с ума, наверное. Важно, чтобы видно было, потому что чтобы если он увидит видео, что он сказал, ну, что я неправильно начал делать. Поэтому мне пофиг, смотрите на мои шорты, позорные. Потому что видно было температуру. Ничего нормального нету. А, вот я придумал. Let me see you stripped. Let me see you me. Сейчас я попью воды. Let me see you stripped. Кошка не сможет отсюда выпить, наверное. Я классно придумал. Как Жак Фреско. Не знаю, не сможет с нашей графиной выпить, а с миски своей выпить. Да. Ну или из крана воду пить будет. Но она пьет там все подряд. Короче, кошка главная у нас. Давай.
что-нибудь смешное, да. Пипец. Что бы сделать? Чтобы было видно именно гитарный риф. Не так-то просто. Все не просто в этой жизни. Нужно изобретательность. Изобретательность. Где моя изобретательность? Ее нет. Ставлю две вот эти вот, которые я выпил. Фигни вот этих. Но они тоже не очень хорошо удержат. А, лучше поставлю банку. Давай вот так создаем. Вот конструкцию я создал. Я постоянно конструкцию создаю. Это было. И вообще, я с детства все время изобретал что-то. Жарко мне в кепке. Ну, лицо у меня, как видишь, обычное. Холопа, крестьянина. Я ничего не имею против тебя. Крестьянское лицо такое, знаешь, как у рабочего обычного. Ну, мои все предки были обычными. Рабами, как с ними. Я уже пел об этом песню, никому не зашло. Это нормально. Ты уже ничего не изменишь. Тебе красиво. Сейчас вот так будет видно. Держу это. Нет. Где он? Ты запарился, надо как-то вот так. Вот спокойно. Блин, я не могу. Вот это вот сложно мне сейчас. Видно, да? Вроде правильно, да? Как видишь, я не страдаю перфекционизмом. Я выкладываю. Я не умею играть на гитаре. Как я не умею петь. Но вот перфекционизм в падении с 9-го этажа мне пригодится. Это я никого не призываю, потому что там надо будет точно, чтобы... Видишь, голова, да? Нужно, чтобы точно асфальт вот так вот пробил голову и спинной мозг и сердце. Тогда я точно умру. Ну, я так считаю. Может, это на самом деле не так, я не разбираюсь. Никого не призываю. Если кто-то меня столкнет, это убийство. Я буду записывать на в реальном времени, транслировать. И желательно, чтобы кому-нибудь, кому-то, ну, кому-то из моих родственников или близких. Очень мне, в принципе, родственник близких. Очень нужно придумать так, чтобы точно никто не мог. Чтобы точно было доказано, что это самоубийство. Никто не мог опровергнуть. Да, короче, пофиг всем. Короче, если меня повесят, то значит это убийство. Если я буду окажусь повешенным. Короче, лучше не буду об этом говорить вообще. Правильно?
Думаю, ему не интересно будет смотреть все 2 часа, сколько будет. Теперь самое сложное. Как же мне быстро научиться? Так, о, получилось быстрее, чем раньше. Правильно, да? Держу. Не знаю, как его. Просто если вот этим зажму, то он в 6-ю сторону будет держать. Постараюсь сделать почище. Вот. Теперь. Давай. Так. Уже получше получается. Вот это самое простое вообще. Как можно чисто научиться ее держать. Теперь. Раз. Пальцы все время забываешь. Долго. Нужно быстро представлять. Еще нужно как-то так вот держать, чтобы не задевать другие, ну, другие струны. Ну, смотри, правильно? Или слишком близко вот этот указательный палец, как я вот держу палочки. А средний палец как держать? Если я вот так буду держать, он будет просто зажимать вот так будет. Если я вот так буду держать, он будет такая фигня. Как мне его держать? Вот так. Тоже не говорю. Ты вроде не говорил, что так его надо держать. Вот так. Ты говорил его расслабить, но как? Если он будет прикасаться к верхней струне. Не знаю, просто вот так. Нужно сильно зажимать еще. А вот этот палец, он как должен здесь быть, здесь или где? Просто получается, что он вот здесь должен быть, где указать. Ближе к указательному. Капец, я не могу так. Знаете, как я столкнулся с психофобией? Когда я искал преподавательницу по вокалу, я нашел одну, эту, ну, сверхчеловека, эту. Короче, преподавательница там была в школе, на Ленинградском,
из Казахстана. Сама мне сказала, что она в Казахстан уезжает. Она мне дала зачем-то на выбор петь песню «Русь» и вторую песню англоязычную. И она типа еще что-то. Ну она так, знаешь. Короче, она отличается по общению, по всему. Она, короче, потом, когда я пришел к преподавательнице я ей звонил, все точно говорю, когда, если я опаздываю, говорю, ну, один раз. Я мне написал, я, простите, могу опоздать. То есть все честно, все, я никого ничем вообще не мог расстроить. Просто я был очень грустный, потому что меня девушка забанила. Знаешь что? Потом я пришел к россиян, ну, к русской, к россиянке, к славянской внешности, преподавательнице, которая ее подруга была, она ей позвонила, она со мной разговаривала, типа, так, знаешь, в приказном тоне, но в хорошем смысле, типа, возьми себя, типа, чтобы, типа, она с заботой в приказном тоне, как со своими детьми, со своим ребенком разговаривает, которого она хочет помочь, потому что она видела, что я вообще хреново очень выглядел. Меня девушка забанила, там, моя, такого еще не было. Ну, короче, ну да, вы не понимаете, почему я переживал так. Я знаю. Ну, просто представь, что ужасно, что такое. Короче, ладно, ты не представишь. Короче, она настолько ничтожна, что когда меня девушка забанила, моя единственная, с которой у меня были отношения, я вообще был никакой. Я еле говорил, еле ходил, и так. Очень был, как бы, не знаю, фрустрирован. И, короче, она позвонила вот этой вот преподавательнице. Она говорила, что с тобой не так, что с тобой не так, что с тобой случилось. Я объяснила, она сказала, у тебя хорошая внешность, не переживай. У тебя там французская внешность. Потом она, короче, позвонила вот этой вот казашке, преподавательнице, и та по телефону сказала ей, короче, наплела всякую гадость про меня и назвала меня психическим. С психофобией я столкнулся. Она чисто не захотела со мной иметь дело, потому что она проявила психофобию. То есть, когда человек в депрессии, ну это его презирают, добивают. А это проявила христианскую, такую, знаешь, она заботу проявила ко мне. Она сказала еще, что я ей как в дети гожусь. Я сказал, я не наркоман, если что. Он сказал, я вижу. Ну, потому что она разбирается. Короче, она хорошо ко мне отнеслась. В отличие от казашки. Ой, какой казашки. А, ну да, казашки. Я проявила психофобию просто. Или, может быть, она не любит вообще что-то я отвлекаюсь. Да никто нас не любит. А еще я столкнулся с психофобией, когда пытался устроиться в одно место, вот, где мои дети пейзажи мои уничтожены. Там рядом я говорил, я могу рисовать. И она увидела, что я какой-то такой замкнутый, грустный. И еще я проявил тревожность. Я говорил, я боялся, что там будет ходить это Федорова, что что-то произойдет. Но на самом деле Федорова там не ходила. Короче, она сказала мне, что я принес справку с
милиции, то, что я сказал, что я рисовал на стене пейзаж руками, меня заставили уничтожить, я переживаю. И справку с психушки, короче. Ну, то есть, психофобию проявила, вот. Я, короче, забанил ее. Но она писала мне что-то потом. Недавно стала писать мне что-то плохо. Что может взять меня, если я обрабатываю, умею обрабатывать эти видео, обрабатывать, сводить видео. Отличная работа, да, для меня. Когда как я вдохновляю детей стать не отморозками, а художниками, художницами или просто творческими или добрыми людьми. Мне единственная работа, которую предлагают, это сидеть в вот, видео, потому что меня считают недопустимым. Вообще, что я не должен быть собственным, я должен. Ну, короче, что вам объяснять? Меня считают вообще не человеком, а зверем уже просто, понимаешь? Здесь нужно постоянно улыбаться. Скоро здесь как в Америке будет, наверное. Хотя, может, и не будет. Не, вряд ли здесь будет как в Америке. Там нужно улыбаться постоянно, какие-то зубы свои показывать. Чтоб тебя считали хорошим человеком. Я буду играть бесплатно. Выражать свои чувства. Боль. Грусть. Пусть хотя бы 2,5 человека, 3,5 это ценно. Но искренне. Когда я научусь играть, если. Когда я научусь играть. Они будут. Я надеюсь, кто-нибудь плакать под мою музыку. Потому что я плакал под Alphabet Cities группу. Которая распалась, украинская группа, давно еще, 2013 году. Просто под их музыку, прикинь. Я им там еще написал даже, там есть мой комментарий 2013 года или какого. Я буду еще импровизировать легко, потому что я за это время, пока научусь на гитаре, я буду постоянно импровизировать, правда, я на русском языке буду импровизировать. Вот в чем минус. Просто могу, повторяя постоянно одно и то же, запутаться. Уже не правильно пальцы ставить. Вот эта вот верхняя струна, она вот прибежит. Вот что-то задевает здесь. Я об этом не знаю. Зарядка закончится, я сделаю перерыв, подзаряжать буду, надолго буду подзаряжаться.
О, получилось. Что такое? Я не зажал правильно. Столкнулся с психофобией, столкнулся с эйджизмом и с сексизмом. Это нормально для России. Я даже не возражаю. Я ничего не ответил им в ответ. Ой, повторять слова неправильно. Я ничего не ответил. Я поставил себя на место и понял, они не хотят иметь дело. Может, у них и не хотят иметь дело с такими, как я. Может быть, когда-нибудь я стану великим художником или скажу. Вот эти вот. Взяли его, или этим музыкантом, или гитаристом, он скажет, ты-то не взяли его из-за того, что у него депрессия, а теперь он поет такие грустные песни, играет такие грустные песни. На самом деле сейчас уже нету рок-звезд. Сейчас берут просто заранее. Сейчас нету такого, короче. Ты не станешь рок-звездой, не волнуйся в 21 веке. И не станешь великим художником, не волнуйся. Потому что это дофига сейчас стало. Моя бабушка сказала. Не знаю, правильно, ну, звучит вообще. Может, я что-то ошибаюсь в чем-то. Просто мне кажется, это настолько легко. Но при этом мне нужно уметь так зажать, что ли. Просто у меня медленно получается. Вот этот, вот я как, смотри, как я делаю. Вот из этого положения нижние не зажимаю. Хотя их можно вот так зажать. Да, вот, кстати, я мизинцем зажал нижние. Смотри, как я перехожу из этого положения в то. Смотри, правильно я делаю. Вот сейчас. Я беру сначала указательный и вот так вот под боком ставлю. И вот этот ставлю его где вот здесь. Его наиболее близко ставлю. Затем средний просто. И вот этот. И вот так. Но все равно получается безымянный слишком далеко. Он должен быть ближе. Должно быть вот так. Да? А вот этот вот, оно прибежит. Но вот здесь где-то задевает, где. А вот, видишь. Мне нужно просто вот так вот держать долго пальцы, чтобы они привыкли к такому положению. Это офигеть. Как-то тяжело. А
вот средний палец, я не знаю, как. Просто факт показываешь. Блин, у меня уже вон. Ладно, сейчас еще покажу, как я сделаю переход сейчас. Скажу 30 минут. Ну ладно. Из них 15 минут я просто болтаю. Нужно ли вот этот палец прижимать сильнее? Или нужно расслабленно держать? Главное, она вот пообещала мне, я тебя не бросаю, я с тобой буду заниматься. А потом я ей звонил, говорил, можно, вот вы обещали. Она короче, все перевернула, то есть, понимаешь, беспринципность, это когда она мне пообещала, я звонил ей заранее, потом еще звонил, можно, она отмазывалась, а потом она меня уже обвинила. Беспринципности, в том, что я что-то опоздал, хотя я там не опоздал нифига. Короче, офигеть просто. Вообще. Ну это. Каждый из вас с этим сталкивается. Просто. Я очень. У меня жизнь перевернулась, когда меня девушка забанила, и я. Стал носить крест, два креста, спать с крестом, принимать этот антидепрессант, который помог мне через 4 дня, и молиться, чтобы Бог меня спас от смерти, потому что я думал, что я умру просто от разрыва сердца. У меня сердце колотилось. Знаешь, что-то может сердце колотиться от того, что ты любишь девушку свою, а она тебя разлюбила. Ладно, вообще не важно. Вот, получилось, но слишком долго. Слишком долго. Ставлю пальцы. Смотри, я не знаю, вот правильно я сначала указательный ставлю, вот так, под углом, затем безымянный как можно дальше, и мизинец, и стараюсь его еще струну чуть повыше приподнять, потому что, чтобы не задевать нижнюю, ну, я не знаю, может, короче, по идее надо вот так. Правильно? Я не знаю, тебе, наверное, ты не сможешь смотреть это видео, короче, я сейчас короткое запишу. Сейчас.